Всем привет, снова на моем канале. Сегодня у нас будет обзор на модельку Porsche от марки Hot Wheels. Сегодня я покажу вам эту модельку, потому что я еще не делала обзоры на Hot Wheels. Начнем с того, что эта моделька меньше всех остальных, которые я делал обзоры. Например, сравнить с тем же самым Largus, который был у нас в одном обзоре. Она меньше его в раза 4, если не все 5. Поэтому у нее не открываются двери, у нее там только маленький салончик. Итак, начнем с того, что эта моделька хоть и маленькая, но все равно значок Porsche не умудрились сюда как-то сделать. И при том, что я потом приближал, он более-менее досконально там сделан. Далее мы идем сзади. Это Porsche Carrera, как я понял. И сзади они смогли написать Carrera. Вот так вот, ребята. Сверху у нас люк, сзади они нарисовали вот такие вот фонари задние, спереди тоже фары нарисовали. И достаточно хорошо проработали эту модельку, потому что я не вижу такого, чтобы где-то не было, например, ну капота или двери не было. Все есть, все прорисовано, даже прорисовано вот тут вот, такая вот. Все стекла сделаны. И даже в салоне есть что-то. Вам это, скорее всего, не покажется, потому что ну, очень маленькие стеклышки. И там что-то показывать будет плохое качество. А так, в принципе, моделька машинки достаточно хорошо сделана для своего размера. Она даже хорошо ездит, кстати. И у меня замечаний по ней нету. Тут у нас написано на днище Hot Wheels, когда сделана машинка Made in Malaysia и Porsche Carrera. Такие машинки были в 1996 году. Ну, если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И если будет 5 лайков, то я сделаю еще один обзор на модельку машинки Hot Wheels. Всем пока-пока!